Я, как обычный человек, я играл в разные игры и почувствовал я в себе что-то неладное. И я в этом ролике расскажу все, что со мной происходило эти 4 месяца. Где я был, что я делал, почему я пропал и что будет дальше. Я разбил этот ролик на тему и снял. И расскажу я в этом ролике все, что со мной происходило. И почувствовал я это все в 2023 году, то бишь в этом. Когда я проснулся в пятницу, у меня сильно болел зуб. Я ел аккуратно, попил таблетку. Мне было плохо. И я пошел в больницу. Сначала посмотрели, потом открыли его и заложили туда мышьяк. Все было отлично. Ел аккуратно пиццу и все делал аккуратно. Суббота. У меня надулась щека. Я обзвонил всю больницу. Ой, точнее, Лизанскую больницу. И вечером. Суббота. Я поехал удалять зуб. Мне сделали обезболивающее в десну. И удалили зуб. Я поехал спокойно домой. Воскресенье. Я просыпаюсь, делаю себе чаек и спокойно пью. И проблема в том, что эта еще проблема началась с 2016 года, либо с 2017. И 2023 год, то бишь этот год. Я звоню, чтобы мне посмотрели. Я поехал в Рязань. Среда. Я приехал в Рязань, посмотрели, все сказали. Потом я поехал в другую клинику, где как раз было самое интересное. Я зашел, мне все сказали. Потом возвращаюсь домой. И потом не знаю, сколько дней надо. Но хотя сказали 3 августа ехать. Сдал анализы, все отлично. Пошел пить чай. Попил. И еще, тем более перейдем к 3 августа. 3 августа забираю вещи и еду на автовокзал. Потом сажусь в автобус и я еду в больницу, чтобы я ложился. И остановился автобус. Он остановился не просто так. Людей было много, и мы перешли на другой автобус. И поехали. Ехали. И приехали, в принципе. Вот. Я потом просто сам пошел. Все сказали, и я лег. Все было отлично. Делал дела. Смотрел ютубчик. И я боялся то, что меня наругают, то, что я в больнице снимаю ролики. Поэтому оставил на потом. Я потом, пятница, я просыпаюсь, мне нельзя есть, тем более. Очередь других людей делать им операцию. Всем сделали, моя очередь. Сделали, и я просыпаюсь у себя. Все отлично, но чувствую я себя совершенно плохо.
Все отлично, но мне пришла в голову такая проблемка. Я не могу ходить, потому что у меня эта штука. Ну, чтобы поддержка, чтобы это быстро ранка ушла, можете подписаться на канал и поставить колокольчик и поставить лайк. И чтобы мне было очень хорошо. Потом я как-то встал и пошел по своим делам. Туалет. Сделал дела. Вернулся опять. Слушал музончик. Слушал. Все вроде бы отлично. И я... Все вот отлично, пока что не было этого момента. Всегда приходили доктора в палату. Мне сильно это тревожило. Я боялся то, что ко мне идут. И мне это очень сильно тревожило. Ну, ходили не ко мне, слава богу. И все, как бы было бы отлично. Я все взял. И суббота. Мне сказали идти на перевязку. Сделали перевязку. Пошли в палату. И это был тот прекрасный день, когда я уезжал с палаты. Мы собрали все вещи и уехали. И возвращаясь домой, весь радостный. Вижу те самые подарки, которые я сниму на ролик. И... Пожалуйста, если будут такие моменты, то, конечно, их у вас не должно быть. И надеюсь, вам понравится этот ролик. И при поддержке больницы в Рязани меня все стало хорошо. И надеюсь, вам еще раз понравится этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Платон. Всем пока. И я забыл рассказать, что будет дальше. Я буду снимать ролики каждый день. Как вы можете услышать в другом ролике, который я снял в субботу. В субботу. 12 августа. И ролики никогда не буду пропускать. То есть каждый день буду снимать и некоторые ролики буду монтировать. И канал я не собираюсь удалять, потому что этот канал я хочу оставить, потому что на этом канале 21 ролик. И полагаю, надо на этом закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами Платон. Всем пока!